Всем привет! В нашем городе уже почти лето, и я думаю, что самое время прикупить себе что-нибудь интересненькое на жаркий сезон. Это будет летний лукбук. Я покажу на моем примере, как быть самой модной девочкой, не тратя при этом большие деньги. В летний сезон я просто тащусь от ромперов. Мне кажется, нет ничего удобнее. Для тех, кто не знает, по сути, это комбинезончик, который похож на платье. Милая, короткая и аккуратная. Здесь открытая спинка, что безумно радует в жару. Что в Астрахани, что в Новороссийске, где я живу, жара стоит такая, что хочется вообще носить на себе минимум. Шутка ли, плюс 40 в тени, как вам? Здесь тоненький приятный материал, продуваемое женское кружево спереди и сзади. Немного меня смущает декольте, я обычно такое не ношу, но считаю, что одна-две вещи у девушки в гардеробе секси вырезом быть должны. Ромпер я ношу под слипоны или женственные кроссовочки. Каблуки, я думаю, тут будут смотреться слишком вульгарно. А это милое платьице очень радует глаз. Оно удобное, закрытое и очень женственное. Оно сделано по типу японского наряда. Маленькие пуговки и воротничок под горло и необычная симметричная юбка. Материал хлопок. Самое то для жаркого лета. На сайте было точно такое же, только в белом цвете, но я решила выбрать этот голубой оттенок. Очень люблю подобный цвет. А этот ромбер просто бомба. Как только я его увидела на страницах сайта, решила, что он должен быть моим. Тоже легкий и приятный на тело. Необычный крой. Мне безумно нравится вот эта сеточка. В нем очень удобно, можно носить под любую обувь. Я люблю надевать его с классическим пиджаком и очками. Получается такая модная бизнес-вумен. Здесь тоже открытая продуваемая спинка. Мой must-have для лета. Размерная туника мой фаворит на весну. В ней комфортно при любой погоде. В жару она продувается из-за крупной вязки, необычные яркие рукава 3/4 спасают от зноя и придают образу шарм боха, как будто я только с летнего фестиваля. Очень круто. Вроде бы простой, но со своей изюминкой. Я заказала ее с того же сайта, где обычно заказываю украшения. Теперь они продают еще и модные вещички. Все, что я демонстрировала сегодня, я оставлю ссылочку под видео. Я очень довольна этими покупочками, потому что все вместе мне вышло в 3 раза дешевле, чем в обычном магазине. А если попадать на распродажи, которые тоже бывают часто, можно выбрать любимые вещички вообще даром. У меня еще была идея снять для вас летний DIY по декору одежды, так что пишите, если хотите такое видео. Конечно, поддерживайте меня пальчиком вверх, будьте креативными, а я вам в этом помогу. Скоро увидимся, пока! We'll be right back.